и скатим. Но я к тому, что вот такая вот площадь в Бердске. Тут есть мясоруб. Оу. Нормально. Я, короче, в ту сторону. Экран маленький. Нифига особо не видно из этого шатра. Народу много. Солдатских кровей. Я по...
потерей пожалевшим, возвратившим обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, путь свободам вас сияет, заставляя. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще сумею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину спасибо. Очень хорошо.
Да будет такое. Песня «Русский характер». Заводи, Аким. Меж берез и снег.
берегов нашу душу нельзя ни понять, ни измерить. Если парус порвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам перечить. Это русский характер. Грозный терек выгнали казаки, выгнали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом приходится тушить. Братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тушить. Атаман наш знает, кого выбирает. Меня мне досталась доля, да казачья воля, мне досталась пыльная, горючая земля. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом. Много надо мужику, да самую малость, посидеть на бережку, да леска, чтоб не рвалась, да на зорке поудит, вскоре шамар армейский выпить и поговорить о делах житейских, выпить и поговорить о делах житейских, чтобы поняла семья наше хулиганство. Это все здоровье для, а не ради пьянства. А гитара для души, эх, ладу, ладу, ладу. Ты мне про счастье расскажи, а грустить не надо. Ты про счастье расскажи, а грустить не надо. Много ли для счастья нужно? Да совсем немножко, чтобы согревала душу русская гармошка. Чтобы никому на свете не было бы больно, чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. Чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. Чтобы сын пошел в десант, свадьба, чтоб у дочки, чтобы были ягоды, были цветочки. Чтобы все в доставке было, но не правда ж, братцы, чтоб Россия побеждала каждый раз канадцев. Чтоб Россия побеждала каждый раз канадцев. Называли папа, а главное, чтобы тебя называли папа. Давайте следующая песня. Автор музыки и слов Александр
Барыкин. Поехали. Дороги, русские дома, русские пороги, русская зима, русские закаты, русский клев юрша, русские солдаты, русская душа. Цветы, месяца свеча, малахиты лета, зимняя парча, кленов багряницы, янтаря стогов, золото пшеницы, серебро снегов. Которую мы для вас поем, называется «Сибирский характер». Чем крепче морозы, тем души теплее, тем больше открытых и чистых людей. Здесь дружба мужская намного сильнее, и чувства надежнее, и сердце вернее. Сибирский характер.
И где-то и есть та великая сила, что в трудное время спасала не раз. Сибирский характер проверен ветрами, его закалила седая тайга. И если ты смел, то иди вместе с нами. Здесь все про нас. Всем здравия, радости, добра, благополучия, мира и обязательно побед. Побед нашим ребятам, побед нам всем. Ну, поехали. И детство за спиной, и помним мы о нем единственном. И оказалось вдруг, мы выросли, уже мы выросли. Доказывать пора, доказывать, на что годимся мы. И пусть учащается наш пульс, и пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня. Люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что мне далеко, что под березами плечо. Не только за свою страну буду верен, и рыбак поймет рабочий и бакрак. Назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боев и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут. В детских играх своих назначаем. В России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина, как монолит. Горние победы сегодня как встань, опять закаляется родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя.
исполнителя и композитора. Встречайте! Сочетает несоединимое. Изысканные мелодии и бешеный драйв. Приятные воспоминания и свежие яркие впечатления. Новые песни и хиты, проверенные временем. Заслуженный артист России. С народной славой. Кай-Меда. Встречайте. Поверь, у родного пора.
Бога, сойдутся наши пути вверх. Дороги, дороги, дороги. Приятно сегодня быть снова здесь, на центральной площади вашего чудесного зеленого города. Я вас люблю и надеюсь на взаимное. Вспомни меня, сегодня на эту прекрасную площадь. Сколько красивых женщин, оказывается, живет в городе Бердске. Девчонки! Девчонки! От лица всех мужчин, которые сегодня присутствуют здесь, на этой прекрасной площади, от себя лично, хочу поздравить вас с праздником 1 мая и пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно мужского внимания, тонкого женского понимания всего происходящего, любви, счастья, здоровья. И, конечно же, пусть в вашей жизни всегда были по Киркорову и вашей Распутиной. Наверное, не все знают, что эту песню написал я. Сегодня, в этот чудесный день, в авторском исполнении золотится роза чайная, и я думаю, мы споем ее вместе. Почему-то
Неужели понять мы не сможем друг друга? Байтон в ночи, как же мы от счастья нашего потеряли ключи? Это прекрасное соло на гитаре для вас! Дорогие друзья, мне кажется, что в этом сегодняшнем празднике уже созрело то, тот момент, когда мы можем лучше услышать друг друга. Перц! Перц! Роза чайная, как бокал вина. А дальше вы? Громче! Ветерок такой дует, скажу я вам. Потому что здесь не так ветер продувает. Если совсем замерзну, пойду к вам. Ты меня сегодня не зли, всяких разных грубых слов не говори. Потому что если будет ай-яй-яй, потом опять случится, ой-ой-ой. Что тогда я делаю с тобой? Ты меня сегодня не ругай, не ори, не кричи, не донимай. Потому что если будет ай-яй-яй, то потом опять случится, ой-ой-ой. Что тогда я сделаю? Держать сегодня путь. Я бы объехал все на свете, я бы тебя.
приятно, но с вами еще и теплее. Там на сцене поддувает, продувает, а сюда вот выхожу, и тепло. Что-то не нравятся ваши слова. Дай же мне, дай же, сердце глоток. Дай же мне, дай же. Я могу хоть расслабить. Время, то ли обо всем забыть. Начинать сначала и на правду закрывать глаза. Ведь тогда душа моя устала, но просто надоела верить в чудеса. Такое бывает. Дома скажет, что теперь мне делать. Дома скажет, как теперь мне быть. То ли сразу в Омск уехать, или в Бердске еще побыть. То ли бросить все, уехать, то ли обо всем забыть. Вот что вы думаете? Верх-то особо-то не заснял. Такая вот площадь. Домишки. Какое здание интересное. Ну, там был концерт. Вот так вот. Прибывает на Нивы, будет на Нивы, на Нивы, на Нивы, на Нивы, на Нивы, на Нивы.